Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня взломали мой аккаунт. Это просто полнейшая фиаско. Я не знаю, как это можно описать словами, но, честно говоря, я очень расстроился, и я думал, что я уже никогда в жизни не вижу свой аккаунт. Я думаю, те люди, которые были на стриме, вы тоже так думали. Большое спасибо всем за поддержку в социальных сетях, потому что очень много людей начало меня поддерживать, говорят, Кентуха, все будет нормально, не переживай. За то, что вы меня так сильно поддержали, я хотел бы вам разыграть 1000 голды. Чтобы получить, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе — написать в комментариях свой ID. И третье, самое-самое важное — посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, всем я желаю удачи, а мы идем дальше. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И, конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Теперь самое интересное, как же все это происходило. Если вы не были на стриме, то прямо сейчас я вкратце вам расскажу. У меня нашелся подписчик, который решил меня поддержать просто так голдой. Он мне дал очень много голды, чтобы понимали, насколько много голды. Я вам сейчас все это покажу. А, вот, смотрите, базар-вокзал у него ник. Он мне дал очень много голды, я ему безумно благодарен. И тут самое интересное, он мне пишет: братан, я тебе хочу подарить свой аккаунт. И тут я такой думаю: нифига себе, на халяву аккаунт, там же куча голды. Он говорит: да, у меня там куча голды, куча всего. И, кстати, скоро будет обзор на этот аккаунт, поэтому ждите, ребят, тоже следующее видео. Подарил мне этот аккаунт. Это я! Это мой аккаунт! Аладдин! Твою мать! Меня взломали? Охренеть! Меня взломали. Твою мать. Как? Подождите. Ну нахрен. Как? Мой аккаунт сиди! Вот, Аладдин, это мой первый аккаунт! Вот это мой второй аккаунт! Подождите, я перепроверю. Точно? Другого Аладдина нету в киборгах? Не-не. Да не, бред. Меня что, взломали? Да, и еще раз да. Я был просто в шоке. То есть я сижу, грубо говоря, с одного аккаунта, играю в Standoff, а второй мой аккаунт, который я не заходил полгода, этот аккаунт в сети. Вы понимаете, что такое быть не может? Это не совпадение. Это реально взлом, и других объяснений я просто не вижу. Главный вопрос: как? Честно говоря, я до сих пор толком не понял, ну, скорее всего, я предполагаю, что я спалил свой email, когда заходил на аккаунт этого парня, потому что он мне подарил аккаунт прямо на стриме, я прямо на стриме зашел, думаю, сейчас еще видосик сниму, вот этот крутяк, начинаю снимать видосик, мне весь чат пишет, что твой первый аккаунт в сети. Я не понимаю как, не понимаю зачем, не понимаю с какой целью. Нет, цель понятна, что продать голду и заработать, это и так понятно, но не понимаю зачем, ну это ж палево, на 10к онлайн, чувак, ты мог засудить за киберпреступление, ребят, можно спокойно посадить человека в тюрьму. Для людей, которые пишут, что это все просто хайп, я скажу только одно. Если это хайп, почему я на рекордное количество онлайна, не, ну 10к, ладно, это не рекордное, но это очень хороший онлайн, почему я на 10к онлайна тогда закончил стрим? Ну это же хайп, надо же было хайповать подальше, надо было там на 20 тысяч ждать и стримить дальше. Сразу, как только меня взломали, спустя 15 минут я закончил стрим и начал заниматься восстановлением моего аккаунта. Вот вам простой ответ для тех, кто думает, что это хайп. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, зайдем на этот аккаунт и посмотрим, какие же есть в нем скины и не успели ли что-либо продать. Ну что же, вот мы и переместились на тот самый аккаунт, который взломали. Но, слава богу, что все хорошо. Но, хорошо или нет, мы сейчас все это проверим. Первое, самое важное, самое ценное, это, конечно же, Origin кейсы. У меня сколько их? Раз, два, три, четыре штучки. Ну, вроде бы все как было, так и осталось. Так, Керамбит Голд. Да, Керамбит Голд у меня был, и Керамбит Голд даже пытались продать по закупке. Но меня радует только одно, то, что у них ничего не вышло, потому что то ли они одумались, то ли это был какой-то глупый пранк, то ли еще что-то, но в итоге никто ничего не продал. А дальше, у меня куча Origin боксов. О, кстати, надо будет снять видосик открытия удаленных боксов или еще такое. Кому было бы интересно, хэштег снимай на этом аккаунте. Так, ну что смотрим дальше? Ничего себе, сколько мне скинов, сколько 100 треков, наклеек, ёлки-палки. Блин, ребят, ну что, сейчас дойдем до Аркан, походу, да? Так, ничего себе, сколько разных скинов, я уже и забыл. А посмотрите, у меня 80 тысяч заявок, друзья. Я просто в шоке, ребят, ничего себе заявок на этом аккаунте. Блин, это мой, кто не понимает, это мой самый первый аккаунт, который взломали на стриме, но я сейчас проверяю, все ли хорошо. Блин, а вот еще Origin кейсы, ничего себе.
Блин, ребят, ну если такое дело... Если такое дело, я так уж и быть открою еще один Orange Case в честь всех моих любимых подписчиков. Давайте, ребятки, просто за вас! За то, что вы меня очень сильно поддерживали в этой нелегкой ситуации, и, к сожалению, мне падает AWM Феникс. Так, ну что ж, не дезморалимся, смотрим дальше, что же есть еще интересненькое. Ничего себе! Вау, Скорпион нож есть? Я в шоке. Не, слушайте, я не ожидал, я уже и забыл. М9 байонет? Ничего себе, ребят, вот видите, из-за меня не видно. Фомас Фьюри! Блин, кстати, надо будет Фомас Фьюри из... А, не, нельзя. Хотел перекинуть с этого аккаунта на новый аккаунт, но нет, я же говорил, что нельзя. Так, Акэр Дрэгон. Кстати, Акэр Дрэгон тоже довольно-таки сасный. UMP Beast. 5-7 Venom. P350 Forest Spirit. Да, ну на... Не, серьезно? G22 Frozen? Вау. А сколько стоит, а ну-ка? Сколько? 3600 голды? Не, ребят, я, конечно, все понимаю. Ничего себе, тут мне скины на этом аккаунте. Вот тогда. Посмотрите на авапы, AWM Dragon. Ну, AWM Dragon обычно. Посмотрите, сколько у меня легендарок. Я просто в шоке. Ребята, ничего себе. Я уже реально и забыл, сколько же мне всего на этом аккаунте. Обалдеть, вот тогда. Вот это я понимаю, ребят. Посмотрите, сколько наклеек. Ну, сколько стоит эта наклейка? Ничего себе, ребят, сколько всего. Кстати, если я не ошибаюсь, у меня был один хэллоуинский стикер-пак. А где хэллоуинский стикер-пак? Подожди, он еще пропал? Или я его открыл, или я его продал, я не помню. У меня реально был один хэллоуинский стикер-пак. Блин, не знаю. О, мне, смотрите, мне дали этот брелок. У меня же было тоже звание на этом аккаунте. Дали брелок, ребят, ничего себе. А, пруф! Пруф того, что я ни разу не играл. Вот. Смотрите, последние полгода я ни разу не играл на этом аккаунте. Вот, смотрите, КД 0. Вот. То есть, раньше играл очень много. Но сейчас, посмотрите, список пусть, потому что я на этом аккаунте просто-напросто не играл. Он у меня с лидер в клане Киборги, и все. Но по факту я не играл. Поэтому, ребят, блин, вроде бы все на месте. Я очень рад, что аккаунт сел. Вам всем, ребят, большое спасибо за вашу поддержку. Если вам не сложно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кента, пока. Всех люблю, всем удачи, всем пока.